Всем здорово, ребят. Или доброе утро, кто не проснулся. В общем, я проснулся пораньше. В общем, на Тайване сегодня у нас ожидается обнова 8 по МСК. И я сейчас зайду вам, расскажу основные нюансы про новых двух героев, их умения и прочее. В общем, поехали. Обнова будет где-то начинается, как обычно, с 8 по МСК. 12.00 12.13, да, свой МСК, пару часиков. В общем, обновление, где там оно, 1.7.5, Тайвань, Android версия. Так, оно 4 часа, 800 самов дадут. Два героя, как мы и говорили. Первый это оса, смертельный, скорее всего, навык. Смертельный шпор переводит навык, ну, смертельное жало, скорее всего, будет так. Что она делает? Описание королевы. В общем, королева у вас будет у нас. Наносит урон вражеской цели, как я и говорил, одной на переднем пути. Увеличивает урон от урона, то есть, скорее всего, бафает, уменьшает исцеляющий эффект, то есть понижать будет она от хил, как недомогание, например, там либо ворожей, либо прочие герои, при этом увеличивая шанс попадания от максимального количества героев вокруг него. Состояние усиления может рассеяться, то есть не снимается дебаф, скорее всего, понижать будет уклонение, вот так вот. Время охлаждения, эффект иммунитета к молчанию. Будет иметь молчанку к катастрофическому состоянию, то есть, скорее всего, от окаменению. Так, с наименьшим жизненным значением атаки будет уменьшена их продолжительность с перезарядкой. Так, несколько героев с наименьшей жизнью будут уменьшены на X. Я этого не знаю, но, в общем, суть героя какова будет? Будет бить по цели, и вокруг нее у всех будет, я так понял, еще пониженный эффект. Посмотрим, как это будет на действии, какой это герой, донатный, недонатный. А второй герой, охотник за пеплом, вот так вот он называется. Это второй герой, который я вам вчера показал, снайпер. Навык Flame Spray, вот так вот. В общей сложности... процентуально от общего урона вражеской цели в секторе урон наносит вражеских юнитов в области. Не знаю, что это означает. Эффект усиления вражеского юнита рассеивается против юнитов, что ли. И в последующие каждый вызывает случайную атаку по случайным вражеским целям в секторе. В общем, второй, судя по всему, дальник, наземный герой, который будет у нас, скорее всего, похож на стрелка, один в один. Время охлаждения, иммунное заключение героя, эффект головокружения. Будет иметь иммунитет головокружения, уменьшение урона. Цель будет заблокирована, нанесение использовано. В общем, второй герой будет похож, судя по всему, на стрелка. Честно говоря, не знаю, какой из них будет донатом, но мне кажется, что охотник за пеплом более такой интересный, чем предыдущий. В общем, непонятно. Два новые навыка Крукса. Временная сила. Описание навыков для повышения силы атаки и скорости сбора энергии, когда борьба. Вот это вот интересный пункт. Не знаю я еще, что он будет означать. Два новых навыка Хоркрусов. Или это относится, эти навыки, к питомцам, которые будут? Не знаю. Честно говоря, непонятно. Атака и сбора. Может быть, кстати. Знаете, что это может быть? Возможно, к битве гильдии будут какие-то дополнительные бонусы от двух питомцев в дереве питомца. Вот это вот может быть. У нас вот здесь есть
Вкладочка, может быть, сюда добавят, кстати, два новых навыка. Скорее всего, может быть, и здесь будет две новых прокачки, которые будут давать дополнительные бонусы. Блин, ну не знаю, интересно. Не вижу, кстати, я не вижу нового таланта. По поводу талантов, чар, прочего всего, непонятно. Так, третий пункт, то есть первый это два героя, второй это два новых навыка хоркруксов. Скорее всего, это будет относиться именно к битве гильдии, они там вспоминали, что все поменяется. Не знаю, каким образом. Третья функция. Пэт расширить, супер пэт, это волк, волчонок, о котором я говорил, который я вам показывал, испытание души, описание умения, наносит урон случайным вражеским героям питомца, устраняет энергию и рассеивает его состояние усиления. Так вот, будет понижать энергию, неплохо, устраняет энергию, рассеивает состояние, снимать бафы будет. Во время существования Славивога противоположная скорость получающего вражеского героя. Вот так вот. Во время существования Славиволка продолжайте уменьшать скорость получения энергии ближайшего вражеского героя. То есть, я так понял, он будет не вечным, он будет пропадать у нас, или как герой будет, судя по всему. Тоже, кстати, интересный пунктик. Так, умение ночного волка-мутанта, я вам сказал. Дальше. Супер питомец, закон света, закон изменения, вот так вот, умение света, восстановление жизни, это скорее всего вот второй, который такой няшный, описание, наименьшее значение с дружественных героев, восстанавливают окружающие цели, то есть массовый хиллер, процентуальное здоровье питомца, каждую секунду выпускает снижение урона щитов, за каждую секунду время восстановления. За время существования закона света верхние пределы жизни восстанавливаются до дружественных юнитов. То есть увеличивать будет процентуальную жизнь юнитов. Интересно. Посмотрим. Тоже интересный пат. То есть один такой пвпшный более, второй тоже в принципе он хилить будет. Массовый хиллер какой-то новый. Интересно, интересно. Питомцы, кстати, интересно мне посмотреть. Новые типы зданий, наград, лонжерон, душа, судьба, то есть заданий, то есть скорее всего новые награды в АС, ПХ там и прочем у нас поменяют, тоже надо будет это посмотреть. Два новых скина, шип, мертвый шип, девушка скорее всего на нового героя, пепельный охотник, сразу на них два скина дадут, новых нам скинов на старых героев так и не заводят, к сожалению. На новых делают. Ну, все как обычно. Так, самое интересное. Будет второй левел, ребят. Море отчаянное, скорбящая бездна. Второй левел вот этих вот локаций. То есть здесь первый будет второй левел. Поэтому ждем. И разлома, и второй левел моря. Интересно, интересно. Поехали дальше. Так. Одинокое произведение охотника за... Ого, одинокое море отчаянное 2. Произведите охотника за пеплом. Не понял. Разлом. Агент развития выхода. Короче, какие-то материалы. Но, судя по всему, со второго можно будет собрать охотника за пеплом. Странно. То есть героя мы сможем получить, а не питомца все-таки. Я что-то не могу понять, что именно, но так написано. Одинокое море чайник, произведите охотника за пеплом. То есть он оттуда будет попадаться со второго моря, что ли? Интересно. Так, настройка книги. Супер Пэт Скин Бук. Настройка основного пользовательского интерфейса, настройка канала чата, языковый канал, добавлен функция многоязычного перевода iOS. То есть на iOS будут разные языки, насколько я понял.
Интерфейс для ссылок с вами копии команды, добавление, кнопка приложения друга, отрегулируйте традиционные награды, дополнительная аптека эволюции, вывод сущности питомца. Ну вот это непонятно. Но это какие-то настройки по игре. Отрегулировали защитные награды команды. Не понял ничего. Настройте копию команды. Отчаянные награды за контрольно-пропускные пункты. Камень по входу. Камень души героя охотника за пеплом. Скорее всего, нового героя, ребят, нам придется фармить. То есть придется все-таки фармить героя. Не все так просто будет, как казалось. Так, слот героического алтаренного героя увеличивается на 2, то есть плюс 2 места добавляет, плюс 10 в складе, устраните проявляется ошибка изображения текста при изменении X, максимально 12, настроено на 16, увеличение имени плюс, да, вот это единственный плюс обновы для всех. Урегулируйте производительность боевого кровотока, измените обратку уровня пользовательской. В общем, я, честно говоря, не знаю. Чтобы сказать, что там очень мега круто что-то у нас добавили, я бы не сказал. То есть получается два героя, два каких-то, скорее всего, от питомца в умение, два пэта, обновление наград. Посмотрим, что там, но это не меняет общую картину. Два новых скина, опять же, на новых героев. Одинокий раскол и, точнее, одинокое море и разлом. Тоже, опять же, непонятно, каким образом, каким хреном без доната и таких не могли и первое. Остальное все такое. Ну, очень много интересного уже мы увидим через 4 часа. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.